Освоить горные лыжи теперь могут даже люди с ограниченными возможностями здоровья. В Прикамье начала работу программа реабилитации под названием «Лыжи мечты». На одной из пермских горнолыжных баз инструкторы и волонтеры обучают всех желающих. Программа разработана энтузиастами, действует в нескольких регионах страны. 6-летняя Лола почти привыкла к снаряжению горнолыжника. Позади уже несколько тренировок. Опытный инструктор Владимир Кузьмин помогает ребенку экипироваться перед выходом на склон. Так, пяточка щелк. Все. Здорово. Вот лыжки мы одели. Вот это приспособление называется слайдер. Оно подгоняется как под взрослого человека, так и под детей. Слайдер помогает начинающему спортсмену удерживать равновесие во время спуска. Для Лолы это особенно важно, ведь у девочки ДЦП. 20-летний Антон с синдромом Дауна тоже прошел горнолыжную подготовку. Его мама, Нина Валентиновна, говорит, поначалу не была уверена, что этот спорт подходит ее сыну. Ну, когда он поехал с горки, я, наверное, счастливее его была, потому что на лыжах он вообще ни разу не ездил. Это же новые эмоции, новые впечатления, новые навыки вообще, координации. Проект под названием «Лыжи мечты» открылся в парке активного отдыха «Югокамские горки». Это программа реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ее инициаторы в России – Наталья и Сергей Белоголовцевы. Он известный актер, она журналист. Их сын Евгений – инвалид. Чтобы помочь ему, родители обратились к методике, которая давно применяется за рубежом – восстановление с помощью горнолыжного спорта. Наталья Белоголовцева рассказывает, состояние сына менялось буквально на глазах. Походка, координация, осанка, вот какие-то такие вещи в очень короткий срок изменились кардинально. Мы подготовили методику, сейчас она утверждена в Минспорте, в профильных государственных учреждениях. Программа реабилитации действует в нескольких регионах страны. Осуществить ее здесь помогают волонтеры Пермского центра развития добровольчества. Ребята сопровождают начинающих горнолыжников. Все нормально? Нормально! Поворачивай направо. Программа «Лыжи мечты», начатая энтузиастами, требует финансовой поддержки. Благотворители помогли запустить так называемую пилотную фазу проекта. Это только первый шаг. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.